У меня сейчас сахар получается вот 9,5, 10,5. Я считаю, что это очень хорошо, при том с лекарствами 20. Здравствуйте, я Сауле, мне 57 лет. Я болею диабетом. Около 7 лет я пью таблетки от диабета. Да, а сейчас я, у меня вот в январе 2018 году сахар был 30. Ну, я с нарушением, конечно, очень нарушаю диету. Думала, лекарства пью, значит, все как бы само по себе я как будто вылечусь. Осознания не было. Угу. Потом сходили к врачу, она отругала, конечно, Сиафор в два раза начала пить. Там, в общем, поменяли немножко, диету чуть-чуть соблюдала, у меня снизился до 20 сахар. Ну, бывало 14, 15, 19, 20. Но потом я в поликлинике, врач сказал, все, мы вам назначимся инсулин, приходите, мы вам выпишем. Вот тогда я немножко начала задумываться. И начала искать в интернете, я нашла доктора Когая. И я сразу купила Испор, потому что там очень много видео было. И как снижали у людей сахар, и с помощью Испор я очень много видео смотрела на сайте доктор Ко. Я прям поверила, действительно. Потом купила, два раза в день по две капсулы я пила, и у меня буквально на третий день сахар снизился до 9,5-10,5. Но это при том, что я все равно нарушала диету. Ну, я соблюдаю диету, но с нарушениями. И вот у меня сейчас сахар получается вот 9,5-10,5. Я считаю, что это очень хорошо, при том с лекарствами 20, а с Испуром 9,5. Одинаково кушала, но в два раза меньше. Представляете, это же чудо. Это вообще я... Тем более Испур состоит из трав. Я сразу перестала все лекарства, перестала пить, и Испур покупаю, пью уже полгода где-то. Я стараюсь, я, конечно, хочу довести до 2 капсул в день. Ну вот, дай бог, скоро. Ну вот. Я бегаю, как вот врачи мне сказали, бегать надо. Я уже с апреля месяца 2018 года я бегаю от 5 до 9 километров в день. Хожу. Я такая, ну, такая бодренькая, подвижная стала. Вот моя мама, вот она около больше 20 лет, наверное, уже пьет лекарства от сахарного диабета. Ей 86 лет, и она жестко держит диету, жестко. А я как бы вот это все видела и как бы не осознала, что ли. Или это глупости, наверное. Я не понимала, в общем. Она всегда жестко диету, после семи не кушать, говорит, не кушайте, очень мало кушает, сама зарядку делает и, в общем, соблюдает. Все, что врачи говорят, она выполняет. И благодаря этому у нее сахар от 6 до 9. Когда нарушает, до 9 доходит. Да, пьет лекарства. Один раз там день она Сиафор пьет, метформин, не знаю, 850, что поликлиники дают. И утром там что-то дают, пьют. Да, так что моя мама мне пример подает, я все равно, получается, этот пример не перенимаю себе. Но я понимаю, вот начала понимать, осознавать, дай бог, я вот начну. Потому что у меня уже анализы почки тогда, вот до Испура я... Когда исследовалась, вот в январе, феврале, у меня анализы почки были там белки в почках. Это уже плохо. Это диагноз, это уже мне почки сдают от сахара. Глаза, наверное, уже по глазному тоже ходило зрение, ну, уже слабеет. Так что благодарю доктора Когая, что он мне как раз на пути, вот когда... Вот должна была инсулин колоть, а я тут травами как бы спаслась. И мне повезло, считаю, что я встретила доктора Когая. Мне вот то, что нравится, то, что он вот этим опытом поделился с другими. Благодаря интернету вышел на сайт и предлагает свою методику. Показывает, как кушать надо по 2 ложки, а не по 20 ложек, как мы кушаем. Что бегать до потери, чтобы майка была мокрая, зарядку делать. Вообще, все подсказывать, нам только остается вот это все исполнять только. Вот, победить свою лень, свою привычки старые, переходить надо на новый уровень уже правил
режима питания, режима жизни. За это я его очень благодарю. Прям он, у него вот это все, которые он по видео показывает, прям у него сразу видно от души, он всем своим опытом делится. Он хочет помочь нам. Поэтому я очень даже благодарна доктору Кагаеву. Спасибо вам. Долгих лет жизни вам, здоровья большого и счастья.